Здорово, народ, с вами Варчик. Зайду издалека. Этим летом я начал замечать, что картоха на топ-каналах Ютуба покупает рекламку. Это обычно было так. Смотрю, я сижу такой видосик, и тут хобана в начале видосика картошка вываливается. Я думаю, блин, и здесь картошка, ну елки-палки, думаю, ладно. Странно, почему они летом начали покупать рекламу, ведь летом обычно онлайн в играх падает. В целом, лето это то время, когда игры новые не выходят. Про игры, в принципе, летом можно забыть. Это просто отрезок времени ни о чем для людей, которые задротят в игры. Пришла осень, и тут начинается картофельный фестиваль покупки рекламы на Твиче. Покупают рекламу у топ-2 стримера Твича Доктор Дизреспект. В тот вечер, когда он стримил стальную охоту в картошке, World of Tanks по онлайну по количеству зрителей поднялся на 6-е место. Обычно картошка находится так глубоко, что там приходится листать полдня. Но думаю, неплохо поднялись. Надолго? Нет, конечно. Онлайн как в картошке не рос, так и не растет. Прошло еще какое-то время, и купили они рекламу еще у Лирика, тоже топ-стример Твича. Хотя, может быть, на Америке онлайн и подрос у картохи. Ведь это же не СНГ-стримлеры, а американские, там европейские и так далее. В принципе, меня это не сильно заботит. Ни реклама летом на Ютубе, ни реклама на Твиче у американских стримеров. Меня заботит лишь, как игрока, тот факт, что за все это время в самом рандоме улучшений геймплея ноль. И зачем покупать рекламу, когда есть проблемы у новичков в этой игре и есть проблемы у старичков в этой игре. Новичкам тяжело начать, потому что там полный бред и вакханалия и по балансу, и из-за рефералки. И в целом, когда ты начинаешь играть, у тебя нету ни модулей, ни перков, твой танк просто убогий кусок. А вокруг играют люди, у которых там по 80 тысяч боев, и они вместе с тобой играют на полностью заряженных танках. То как-то приятности начинать в World of Tanks вообще нет. Да и там есть такие имбы песочные, против которых вообще ничего не сделаешь. Они, конечно, пытаются там улучшить геймплей на низких левелах. На песочнице тестируют увеличение хп. Именно для низких уровней. Но сейчас же этого в игре нету, зачем рекламу покупать? Начинать сейчас в картошку играть очень тяжело, это просто противное занятие. У старичков тоже есть проблемы, им в принципе нечем заняться в игру. Танка в ангаре куча, а играть ни на чем не хочется. Иногда поиграешь в новый режим там 1-2 дня, который выходит раз в 2 года. Как стальная охота, я ее 2 года ждал, 2 дня поиграл, все, конец. Пройдено. Зато рекламки накупили тонну. Что это дало, я не знаю. Это их дело. Но я в этом просто не пойму, в чем смысл. Да и плюс еще рекламу, как по мне, нужно покупать у того канала, у которого аудитория заряжена реагировать на рекламу. Еще и аудитория подходит под твою аудиторию, чтобы они смотрели то, что ты стримишь. Или игра World of Tanks, она же ну ничем не подходит под те игры, которые стримят эти стримеры. Что Лирик, что Доктор Дизреспект. Они вообще другие игры стримят. У них аудитория ну ни в какие ворота не подходит к World of Tanks. Зачем у них рекламу покупать? Для меня это непонятно. Сомневаюсь, что это выгодное вложение, но это их дело. Не мне их учить, я вообще в жопе мира нахожусь. Но свое мнение у меня есть. Никто не вправе его затыкать. Да и на фоне всего этого, я вообще молчу про старые болячки рандома, которые картошка в ответах разработчиков говорит, что пытается исправить. Но тот же самый прицел, который они пытаются исправить в хавайке, затыкая какие-то там дыры в текстурах. Проблемы с прицелом были еще до того, как я начал играть в World of Tanks. В плане того, что его перекашивают то вверх, то вниз. А этой проблеме больше 6 лет. Поскольку сколько я играю в картошку, столько этот прицел и корявый. А я играю уже 6 лет. Дальше интересней. Стальная охота и турнир блогеров, на который принимаются заявки от стримеров с Твича и Ютуба, у которых на канале больше 10 тысяч подписчиков. Только есть одна оговорка, они принимают в этот турнир не только у кого больше 10к подписчиков, но и просто тех, кого захотят. Там так в принципе и написано. И захотели они всего лишь 50 с хвостиком каналов принять в этот турнир. В чем бред происходящего в этом турнире? В том, что можно было набрать очень много каналов и получить бесплатную рекламу на этих каналах, поскольку по условиям этого турнира нужно каждый день стримить 10 боев стальной охоты. Они взяли всего лишь 50 с хвостиком каналов, вместо того, чтобы набрать просто сотни каналов, их очень много по World of Tanks.
что на Твиче, что на Ютубе, можно было набрать просто море каналов и получать бесплатную рекламу каждый день, пока идет стальная охота. Но вместо этого они увеличивают не количество участников, они увеличили количество людей, которые поедут на LAN с 10 до 20. И написали, что так типа смотрибельность улучшится и обхват аудитории. Мне кажется, ли они совсем уже поехали крышей? Что в покупке рекламы, что в организации турниров, там башня вообще что-то не на месте. Но это чисто мое мнение. И все это на фоне того, что картошка по геймплею ну никак не улучшается. Меня как игрока в первую очередь волнует, что там в самой игре происходит. И мало того, что в самой игре нихера не улучшается, так еще и вокруг игры какая-то бредятина происходит. Я не могу на это просто молча смотреть. Как по мне, это просто пиздец. Я вот думаю, ну может быть они сейчас все возьмут и исправят. И прицел исправят, и новые карты в рандом добавят, и что-нибудь с артвой сделают. И на низких левелах все исправят, там балансы, геймплеи, что-то сделают с рефералкой. Ведь скоро она закончится через месяц, и будет новая рефералка. Я надеюсь, что все исправится и не будет портиться геймплей на низких уровнях. Но потом я вспоминаю, что это картошка. И за все это время все только ухудшалось. Скоро еще будет тест на песочнице с изменениями фугасов. Продолжится тестирование увеличения ХП и изменения голды. Плюс еще добавятся изменения фугасов. И у меня есть подозрение, что фугасы апнут, потому что картошка все время все ухудшает. И даже если мы, нормальные адекватные игроки, с вами скажем, что нам это не нравится, у меня есть подозрение, что это все равно добавит в игру. Поскольку до этого мы всегда говорили, что нам нравится, что нет, но картошка в любом случае делала по-своему. Мне кажется, это полный пиздец. Я, как и все танкисты, надеюсь до последнего, но мы уже больше напоминаем чисто терпил, чем хатика. Но я не отчаиваюсь, я придумал для себя новую рубрику «Чистый скилл», создал новый аккаунт и на нем показываю для новичков, как играть. Без доната, голды, рассказываю тактику в боях, очень интересная рубрика, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!